Почти все валенки непригодны в качестве обуви. Все лишь творческая фантазия участников конкурса «Валенки, эх, валенки». Конкурс был объявлен для школьников в ноябре. Он проходит в рамках подготовки к новогодним и рождественским праздникам. Поделок в библиотеку принесли рекордное количество. Идет монтаж обширной выставки, которая откроется в ближайшие дни. На ее открытии также объявят победителя. Одни из самых интересных, это как их обозвали, нано-валенки. Они связаны из резинки стежком. И вот, конечно, они не дотянули до 15 сантиметров, да, требования конкурса. Но, тем не менее, жюри их оценило, потому что из такой представлен необычный материал. Также, я думаю, что вот валенки понравились бы каждому ребенку, потому что их можно не только носить, но и кушать с Новым годом. Они сделаны из конфет. Жюри работала и оценивала валенки по тому, может ли ребенок сам сделать валенки, кто ему помогал, насколько они аккуратные, насколько они соответствуют тематике конкурса, насколько разнообразен материал, из которых сделаны валенки.